Несамаходное судно, якое гродзенцам больш вядомае як галера, уже не псуе выгляд Нёмана. Пасля того, як яно перастало выкарыстоўвацца, уласник отбуксировал его до причала на улице Портовой в областном центре, где звыш 5 гадоў заховывал недалеко от автодорожного моста в зоне дзеяння забараняльных знаков и непризначенным для стоянки судна в месце. И только после вмешивания работников прокуратуры галера покинула межи города. В связи с допущенными нарушениями заместитель прокурора Гродненской области официально предупреждал судовладельца о недопустимости нарушений требований правил плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь. Кроме того, по поручению прокуратуры области в ноябре 2022 года специалистами Белорусской инспекции речного судоходства судовладельцу предписано отбуксировать в срок до 1 мая 2023 года судно «Галера». Однако в указанный период требования предписания исполнены не были, за что в августе 2023 года владелец судна был привлечен к административной ответственности. По результатам проведенных надзорных мероприятий прокуратурой области в апреле 2024 года судовладелец отбуксировал несамоходное судно «Галера» по реке Неман в безопасное для судоходства место.